Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Узлов Плей, мы с вами продолжаем проходить Мафию. Итак, на самом деле у меня пропал небольшой кусок записи, потому что игра, как всегда, ну не как всегда, она периодически вылетает почему-то. Тикфа Харбор мы отдали нашему Берку, ну потому что здесь он рядышком. Собственно говоря, мы там на самом деле все выполнили и оставалось только, если не ошибаюсь, добить Капа. Это было очень просто, я просто приехал, он прыгнул в машину, я расстрелял машину, машина взорвалась, я с ним поговорил, его убил. И передал район Берку. И теперь нам у нас следующее задание. Это убрать брата Селы Маркана. Соответственно, для этого нам нужно, как я понимаю, отправляться в район Саутдаунс и выполнить там все сюжетные задания. Погнали! Нам нужно поговорить со сладким Дэнни Литлом. Жесть. Я не знаю, просто попало это в запись. В общем, нам стало известно, что вот при ограблении казначейства мы оттуда забрали формы для печатания денег. Соответственно, это было основной целью Селы Маркана. Не деньги оттуда украсть, а именно вот эти вот формы для печатания, чтобы он мог делать фальшивки. И сейчас у нас основное задание не дать ему напечатать фальшивые деньги. То есть наш Линкольн психанул, то, что мы ему это помогли сделать. Соответственно, теперь нам нужно все с вами изменить, исправить. Так, если не ошибаюсь, он где-то сидит на втором этаже. Пойдемте поднимемся. Или даже на третьем. Так, вроде где-то здесь. Ага, на крыше. На нас похож. Ты сладкий Дэнни Литл? Смотришь бокс? Иногда. Но приятель, который работал на моего старика, говорил, что у тебя большое будущее. У тебя вроде важный бой на носу. Да, поэтому мне и нужна твоя помощь. Семейка Маркана. У них есть человек, звать Джонни Два Конца. У него букмекерская контора в салоне Уилкока. Подвалил ко мне во время спарринга. Сказал, что я должен лечь в пятом, иначе пеняй на себя. Что ты сказал? Черт, послал его в задницу. На следующий день моему брату руку в трех местах сломали. Он в порядке? Они так работают. Я слышал, Два Конца держит за яйца Эдди Кеннера. Только я думаю, что Два Конца на Эдди глаз положил, когда тот в заказных боях участвовал. Слышал наверняка про нигерские бои, то там, то сям. Нехило можно заработать, если знать, как они закончатся. Господи. Я послежу за людьми Джонни Два Конца, может, смогу узнать, как он работает. Ладно, прошли, проследим быстренько. Все, я постараюсь это смонтировать, как всегда, как можно короче, как можно более сжато, чтобы не отнимать вашего времени на всякую ерунду. Обидно, что потерялось большое количество записей. Ну как небольшое, 15 минут записи потерялось. Но там, если не ошибаюсь, именно там было убийство Капа. Блин, у нас остался один только Капа. Это брат с Селой Марканом. Досадно, конечно. Ладно, смотрите, вот у нас прямо здесь какой-то информатор сидит, да? Вот прямо вот здесь. Нам нужно его допросить. Чтобы нам его допросить, давайте заблокируем ему машину его. Его на самом деле просто нужно нафиг расстрелять. Или еще лучше туда кинуть гранату. Вот так вот, так вот. Вот так вот. Хоп. Ба-бам. И можно допрашивать. Так, что-что-что, кто пошел вызывать полицию? Ненавижу полицию, тихо. Тихо, урод. Не смей звонить никуда. Нормально. Нормально. Еще свидетель где-то. Ну, бог с ним, давайте допросим. Бог с ним, давайте быстренько-быстренько допросим. Расскажи про игорный бизнес, который держит Два Конца. Босс тайно держит у себя черного бойца, я могу посмотреть, где именно. А, ладно. Нормально, добавляем к бизнесу, до свидос. Копы приехали, зараза, а. Копы приехали, тихо-тихо-тихо. Заметят меня, нет? Не знаю. Тихо, спокойно. Сейчас копы наедут, а? Налетят сюда. Давай быстро прыгаем в его машину и погнали отсюда нафиг. У него хорошая машина. Погнали, погнали, погнали. Урона нанесли совсем мало, всего 200 баксов. Но мы с вами узнали от новой цели, которая находится, спасти Эдди Кеннера, которая находится в 2 километрах отсюда. Ладно, мы заодно сейчас от копов оторвемся. Блин, как же я ненавижу приезжать в это долбанное бою. Оно находится в жопе мира, честное слово, так все далеко. Ладно, давайте по-быстренькому здесь сейчас всех зачистим, посмотрим, что тут нужно сделать конкретно. Ну, кого-то спасти нужно, кого-то спасти. Ферма аллигаторов, нарушение границ. Ферма аллигаторов. Лежать. Еще один.
Нормально. Блин, фига он попал, а. Есть. Черт, кто откуда? Зараза. Фуф, это было больно. Вот ведь гад, это было очень больно. Откуда-то оттуда гасит, да? На нафиг, сволочь. Черт тебя дери, урод, а. Еще и молотов подкинули. Давай-давай, подлечивайся, Линкольн. Давай-давай, быстрее. Есть, отлично. Тихо-тихо, спокойно-спокойно. У всех автоматы здесь, да? Я не вижу его, честно говоря, где он там. Вау, черт, еще молотов. Промазал, отлично. Где он? Где-то тут был. Эй, ты где? Есть, этого положили. Этот где-то здесь, рядышком. На нафиг, урод. Есть, отлично, остался где-то один всего. Где-то всего один остался. Тихо-тихо-тихо, здесь кто-то топает. И вот там я видел этого, да? Вот где-то я его рядышком совсем видел. Да заткнись, урод. На. Так, секунду. У нас здесь внутри что-то есть. Что-то здесь нужно... Что-то здесь нужно достать. Здесь какая-то заначка, деньги что ли, да? Да, точно, здесь деньжатки. Это хорошо. Неплохо, на 3000 где-то там забрали денег примерно. Ну, чуть меньше может быть. Так, а... Здесь еще бабки в доме. Здесь в доме еще бабки. Нормально, еще 5500, еще. Теперь выпускаем его отсюда. Ты свободен. Давай вытаскивать тебя отсюда, ходить можешь? Ну, замечательно. Это хорошо, потому что два конца наверняка пришли своих головорезов тебя искать. Меня уже и след простыл. Ну и замечательно. Завершено на 25 тысяч. Замечательно, 25 тысяч. Есть. Нам осталось нанести совсем чуть-чуть урона, кстати. Ладно, так что... Я надеюсь, что там не упал куда-нибудь к аллигаторам, его никто не сожрал. Садимся в машину, едем обратно. Блин, а обратно ехать это очень далеко, кстати, вот это что такое? И, кстати, ребята, вот тут как пока ехал к тому заданию... Блин, здесь же можно перемахнуть через мост вот этот... Я там машину раздолбал, пришлось заказать себе новую. Просто перемахнуть через мост, и мы попадем к этим тайникам, да? Точняк, 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 все отлично. И мы на месте. Это уже патрульный ходит, да? Да, это патрульный. Привет, 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 привет. Тихо, спокойно. Отдыхай. Так. Вроде внимания к себе особо не привлекли. Сейчас скроем. Давай, хоп. Тихо, мужик, ты ничего не видел, договорились? What? Да ничего здесь не произошло, это каждый день, это такой район, чувак. Так, нужно обокрасть тайники. Секунду, секунду, ну, там на втором этаже кто-то есть, пошли на второй этаж, поднимемся. Блин, он сейчас такой стоит, типа, интересно, а что он задумал? Да ничего, все в порядке, чувак. Классные очки. Классные очки. Открытое достижение, тише, тише. Что за достижение такое? Так, ладно, сейчас придется с ними повоевать. Высунься, а, чувак. Вау, молотов. Попал? Да вроде чутка попал. Но я в бронежилете, бронежилет защищает нас ото всего, от всего. Ладно, давайте взорвем эту коробку. Есть. Так, где у нас кто еще? А, вон вижу за коробочкой. На. Там коробки. Вон еще. Отлично, продолжаем наносить урон. Вон там чувак шкерится, блин. Ну-ка, заткнулся. Тихо-тихо-тихо. Пошли на ту сторону. Прямо подо мной где-то еще коробка, да, по идее? А, или это грузовик куда-то нужно разбить, не знаю. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Погнали, здесь пройдем поверху. Так, здесь за коробками кто-то. Секунду, где он? Только что здесь был. Он же только что здесь был. А, вот он. Вот он, потерялся немножко. Нормально. Есть. Есть, все хорошо. Они там по лестнице поднимаются, походу. Да. Нормально. Тихо, 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 чувак. Где ты там? Где-то там спрятался. Нормально. Все, всех убили. Всех убили. Вот там где-то бабки лежат на столе. Давай быстренько заберем. Раз. Два, три.
Отлично. Еще бабки, что ли, лежат? Нет, просто тарелки. И внизу еще нужно что-то там раздолбать. По идее. А, нет, здесь еще бабло. Классно. Я люблю бабло, ребят. Так, сколько у них... Как, слушайте, как много у них здесь для меня припасено. Шикарно. Так, здесь тайник. Еще 5000. Замечательно. Здесь где-то коробка, которую можно раздолбать. Да, вот она. Есть. Еще деньги. Еще деньги. И еще коробка. Все. С этим заданием покончено. А, нет, еще один тайник. Пардон, еще один тайник. Еще 5000. И вот здесь еще наличка. То есть мы практически наполовину нанесли урон по этому заданию, да? И можно теперь ехать дальше. И нам на самом деле остается нанести совсем чуть-чуть урона. Вот здесь нужно убить бульдога Агаста Пирота. Ладно, погнали. Все вот эти имена, понимаете, бульдог, Агаст Пирот и прочее. Блин, это нам вообще ничего ни о чем не говорит. У нас нету никакой к ним неприязни. Это просто какие-то левые персонажи здесь, которых ты вносишься и валишь. Ладно, погнали, все это быстро сделаем. Попытаемся уже как можно быстрее допройти эту игру. Девушка, извините, пожалуйста, я случайно. Свидетель вызывает полицию, это плохо. Но мы сейчас быстро оттуда уедем, и мы уже все, мы уже за территорией поиска. Все путем. Так, он где-то здесь. Здесь много головорезов. Мне осталось всего 7000 урона нанести. Я надеюсь, что сейчас я их там перебью. Может быть, деньжатки какие-нибудь найду. И все будет нормально. И у нас как раз будет полностью закончено вот это вот зеленое здесь задание, да? Так, здесь этот стоит, меня не видит. Отдыхай. Все путем. Так, куда можно здесь выйти? Сюда, да? Там стоит еще прям парочка сидит. Так, есть. Это вот... Черт, падла. Да что ты будешь делать, а? Зараза! Убей! Есть! Отлично, вырубили. Вырубили. Так, кинули гранату. Отошли. Вау, это кто в меня так лихо зарядил? А? Кто из вас меня зарядил так лихо? Тихо, тихо, тихо. Тихо, нормально. Подкрепление прибыло. Где подкрепление? За баки, а? Отлично. Все. Все, отлично. Головорезы убиты, бульдог убит, все сделано. Сзади подкрепление пошло, да? Сзади пошло подкрепление. Есть, положил. Тихо, 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 только не умирай у меня тут, не умирай. Лечимся, лечимся и отходим. Фуф. Нормально, 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 нормально все. Фух, сейчас еще один из подкреплений появится. Все, нормально, убили. Замечательно. И получается, мы с вами, что, насколько мы нанесли урона? Чуть-чуть осталось, 1850. И здесь бабки у них должны быть. Здесь у них должны быть бабки, сейчас подберем с вами и все. Тут, это ты в меня так лихо, слушайте, это в меня так лихо стреляет, урод, а? Ну ты живучий гад. Вот они в этом плане, да, они стали покруче противники, потому что они как-то более живучие стали, у них появилось автоматическое оружие, которое наносит... Ну, смотрите, что творится, я с автомата его не могу убить, да? Вот только-только загасил. Вот, то есть тут исключительно... Исключительно нужно теперь попадать в голову. Только в голову, и все. Где-то здесь за коробкой еще прячется один. Где-то тут. Нет, за бочкой. Теперь за коробкой. Все, есть, уложили. Отлично. Осталось забрать у них бабки и все. И будет выполнено задание. Тихо, тихо, тихо. Ты где? Вот эти гребаные, блин, гребаные надписи. Они так бесят. Они так бесят. Все, отлично. Поговорите со сладким Дэнни Литлом. Тут спортзал приходит два конца. Ох, и зол же он был из-за этой истории с Эдди. И не знаю, что ты там еще натворил. И что сказал? Полез на одного из бойцов. Пушку свою достал, тряс ей повсюду. Я слышал, он сказал кому-то из своих парней, что будет салуни Уилкока. Ты иди, тебя пора к бою готовиться, а я с ним разберусь. Ну и все, пойдемте разберемся с ним. С Джонни Пиралтой разберемся нафиг. И да, я вот только что понял, что вот эти синие задания — это еще одна фишка, которая просто не попала в запись. Но там ничего интересного. Там какой-то чувак стоял, говорит, что меня ограбили. То есть, точнее, я хотел устроить, он говорит, ограбление самого себя, чтобы получить страховку. Но тот парень, с которым я заключил сделку, что он будет меня грабить, он как бы увлекся и, ну, типа, в шмотки ему не отдает, все дела. То есть не шмотки, а там, типа, всякие телеки, прочее, прочее, прочее. И, в общем, таким макаром у нас появились вот эти вот синие задания, которых раньше не было. Ну вот, например, здесь тоже кого-то нужно убить, да? Здесь тоже кого-то нужно убить. Это можно очень быстро провернуть, по большому счету. Если мы сейчас с вами закинем туда хорошо гранатку.
Оп. Нормально. И спокойно всех завалили, а. Есть. Там кто-то вызывает, правда, полицию, это плохо. По пути к Дженни Пиралта я нашел еще одно вот это синее задание. Оно где-то вот здесь у меня, да? Здесь я так понимаю, что информатор сидит, и так что его нужно по-быстрому выскочить, загасить, чтобы он не уехал никуда, как всегда вот информаторы любят делать. Как это информаторы любят делать, зараза. Броник мне... Да что ты не перезарядил-то эту самую? Урод! Нормально. Нет, информатор никуда не убегает. Вон он стоит. Мне просто пишет, информатор убегает. Нет, вот он. Давайте вылечимся нафиг. Вот уроды, а. Ну, что интересного скажешь, а, козел? Хочу узнать побольше про бизнес Арти на углу. Босс получил большую партию товара и собирается его распродать. Я знаю, где он будет это делать. Ладно, добавим тебя к бизнесу. Все, ладно, замечательно. Это вот как раз вот это пердью задание, которое у меня просто не попали в запись. Он как раз совсем рядом стоит вот в этом здании. Ладно, поехали выполнять. Кстати, осталось всего 12 тысяч урона нанести. Так что мы в этом выпуске обязательно сделаем. А нам нужно вот сюда. Поговорить с Дженни Пиралтой. Что у нас здесь с вами происходит, мне интересно. Что у нас здесь с вами происходит? Ты что-то тут... Чего случилось? Что случилось? Раз и все. Тихо. Тебя то, что даже. Есть, отлично. Отходим, иначе здесь сейчас начнется жесть какая-то. Так, гражданские пускай убегают. Мы сейчас ждем вот этого, который должен подойти сюда поближе к нам. Поближе к нам подойти. На нафиг. Отлично. Как вам понравился, а, девчонки, а? Тебе понравилось? Тебе понравилось, да? Классно. Вот. Ну, немножко жестоко, ничего страшного. Что поделать? О, здесь еще один где-то журнал должен быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, мужики, мужики, тихо. Тихо-тихо-тихо. Нормально. Тут еще один стоит. Где-то еще. Вон. Лежать. Что, все в порядке? А, дозорный заметил меня. Ау, 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 ау. Кто так гасит, да? Урод нафиг. Фига они все гасят, уроды, а. Тут еще кто-то рядышком. Кто-то рядышком звонит по телефону. Заткнись. Урод, патроны кончились. Патроны кончились. На втором этаже. На втором этаже. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай туда бросим гранату им. На. Бабам. Есть. Часть вынесли. Еще одного. Эх, не попал. Все путем, все путем. Все хорошо. Нормально получилось. Где-то здесь такое ощущение, что вот здесь за окном стоит, да, один? Но я никого не вижу. Тихо. Показалось. Вот там в окне был этот гад. Ну-ка, давай, высунься. Нормально. Нормально, никого больше не вижу. Босс где-то там. Вот он. Черт! Урод, а! Сдохни! Есть, убили. Вау, вау, вау! Давай, перезарядимся пока что. Жизни немножко восстановится, просто умирать не хочу. На ровном месте. Есть, нормально. На. Фуф. Здесь кто-то заглючил, я просто постоянно шаги слышал, он там кто-то заглючил. Босс вот там сидит. На нафиг. Ты сдохнешь или нет? Есть, сдох, отлично. Вижу наверху. Черт. Есть, этого убили. Давай, подлечивайся. Где же он там, а? Где-то там слева стрелял по нам. Но откуда, я не понял. Со второго этажа или с первого? Со второго, походу, вон башка. Нет? Давай, давай. Есть. Так, мне теперь нужно подняться быстро на второй этаж. Мне нужно проскочить на второй этаж, на самом деле. Бабки, бабки, бабки. Где-то здесь журнал Repent.
Где-то же здесь журнал Repent. Вот он, да? Там вон этот затупил. Есть, убили. Где-то кто-то топает постоянно, я просто не понимаю, кто. Здесь вроде никого. Вот он, босс, и там у нас картина где-то должна быть, по идее, рядышком. Вот картину, заберем ее нафиг. Кто там кричит? А, я понял, вот этот. Черт. Ну это, видимо, телохранитель босса. Хрен знает. А, черт, еще один. Ну-ка, тихо. Кто уверен? Сдохни нафиг. Все, отлично, убиваем этого урода и все. Знаешь, сколько я уже работал с Маркана, а? Да, ага. Классный диалог. Суперский. Так, ладно, захвачено. Игорный бизнес. Кому подать игорный бизнес? Я прям даже не знаю. Вита? Я думаю, Вита справится. Джон Донован и Линкольн Клей развязали такую кампанию террора, которой эта страна не видела со времен гражданской войны. Ну да, все правильно. Как поживаете, мистер Клей? Ха, видели бы вы, с какими рожами сюда белые заходят с тех пор, как мы тут обустроились? Типа, где это я? А я поэтому сюда вас и позвал, ребятки, на самом деле. Ха-ха, отдал Кассандре игорный бизнес, получается. Это вообще жестко получилось, на самом деле. Ой, блин, белые с ума, наверное, сходят. Что такое, казино управляется черными? Давайте сейчас быстренько с вами вызовем фургончик с оружием, с мороженым. Мне просто нужно прикупить себе броник и патроны. Нам осталось совсем чуть-чуть выполнить, как бы разрушить этот синий бизнес для Пердью, так, который вот сначала вылетел у меня, пропало. Так, закупаемся, все, до свидания. Ты свободен, мне даже броник в принципе не нужен. Потому что осталось совсем чуть-чуть. Выбираем по карте первое попавшееся, вот это, и гоним туда. Ой, их тут много. Ага. Черт, копы. Так, Арти убили. Нормально. Нормально. Этого убили. Так, тихо, сейчас главное, главное не попасться под копов, ребят. Тихо, вылечиться и присесть, нормально. Главное не попасть под копов. Так, это уничтожили. Копы пришли. Нормально, нормально, сзади стреляю, да? Черт, сволочи. Господи, еще 2000, еще 2000 где-нибудь надо добыть. Еще 2000 надо добыть. Тихо. Это кто там гранату кинул? Это мобстеры гранату кинули или копы? Мне кажется, у копов гранат нету. Со спины заходит, я вижу. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Забираем бабки. Вылечиться. Все, урон нанесен, да? Поговорить с Грантом перед ее нужно. Валим отсюда. Валим отсюда, валим, 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 валим. Вон в первую попавшуюся машину подлечились. Усаживайся. Есть, и меня походу потеряли, что ли? Нет, нет, не потеряли, вот они. И все замечательно. Мне тут Арти недавно звонил, минут 20 мне мозги любил. Сказал, что хочет встретиться в пекарне мамаши Ригетти. Бог знает, где это вообще. Не волнуйся, я быстро ее найду. Я рад, что ты его урезонишь. Никто не смеет орать на Гранта Пердью, как только наглости хватило. Позвольте дать совет, не надо гангстерам зад подставлять. Все, отлично, ребят. Сейчас быстренько уничтожаем Арти Хиггинса, и таким образом мы, я так понимаю, с вами доберемся до этого самого, как его, местного лейтенанта, если не ошибаюсь. А может даже сразу Капа. Я надеюсь, сразу Капа. Итак, мы на месте, я так понимаю, что можно пройти через эту пекарню, да? Привет. Это вышло прикольно. Не спорю, это было прикольно. Так. Где-то он на втором этаже, походу. Как нам туда только попасть? Вон я вижу справа лестницу. Здесь броник, но он мне прямо сейчас не нужен. Тихо, присели. Тихо, 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 ты ничего не видел? Ты ничего не видел? Так, все тихо, спокойно. Где же он? А, он где-то вообще наверху, на самом-самом верху. Вот там я вижу еще одну лестницу. Давайте сейчас туда пройдем. Быренько. Так, быстренько сюда пройдем. Еще мобстер, он меня видит, в принципе. Есть, этого убили. Этого убили. Дозорный хочет позвонить куда-то там, но почему-то он уперся в стол и никуда на самом деле не идет. Тихо. Убили. Убили. Где кто еще? Все на первом этаже, что ли?
Бам, бам. Попали в кого-нибудь? Нет, не знаю. Давай еще одно такое. Пяу, пяу. Нормально. Кого-то мы там еще подранили. Еще одного убили, отлично. Черт. На, лежать. Вроде все в порядке. На первом этаже кто-то еще, да? До свидос. Так, еще один идет, понял. Подлечимся. Еще гранатку. Не знаю, попал, не попал, не знаю, сложно сказать. Попал. Забавно, забавно на самом деле. Так, где мой автомат? И вот он здесь за стеклом уже, да? Эй, ты высунешься, нет? Отлично. Так, я у тебя здесь все заберу. Спасибо большое, еще картина Варгаса. Да, поговорим. Я знал, я так и знал. Поверить не могу. Вот дерьмо. Может, это поможет. Это поможет померить, да? Нормально. Черный рынок захвачен. Ну все, все, получается, задания в этом районе захвачены. Давайте тоже отдадим нафиг Кассандре и бог с ним. Ее люди натерпелись в этой жизни. Авито и Берг как-нибудь сами разберутся. И у нас открылось сюжетное задание спасти Альвареса. Донован бы добыл информацию по Альваресу. Ну пойдемте поговорим с Донованом быстренько. Хочется уже побыстрее пройти игру. Давай-давай, подлетай. Все, отлично, добрались до Донована. Что она нам интересного расскажет? Чего? Донован, ты с ума сошел? Да ладно. Что, надоело песок жрать? Я должен тренироваться 3 раза в неделю, сидеть за пульсом. У тебя рубашка в крови. А, неудачно побрично. У меня для тебя новости. Альварес всплыл. Только что перехватил звонок. Ни хрена не понял, можешь перевести? Грубо говоря, ты напугал Альвареса до усрачки, он готов делать ноги обратно на Кубу. Ждет, что дорогой дядушка Сарага спасет его. А что Сарага? Сказал, что встретит его на маяке у южного края бою, пришлет лодку, чтобы забрать его. Думаю, он ему набрехал. Сарага был полицейским в Гаване, когда там еще Батиста правил. Кроме того, он обеспечивает безопасность казино Сэла. Эти двое давно знакомы. Как только Сарага положил трубку, он сразу же звякнул Сэлу, сообщил, где искать племянничка. Значит, я должен успеть туда раньше ребят Маркана. Сэл, не будет страдать херней, если речь об Альваресе, так что убедись, что у тебя все схвачено. Окей. Убедиться, что у меня все схвачено. Давайте тогда сейчас вызовем машину. Вызовем машину. С боеприпасами. Быстренько закупимся и погоним туда. Итак, нам нужно спасти Альвареса. Это где-то здесь. Враждебная зона, маяк. Давайте поближе подъедем, чтобы как можно меньше нужно было идти пешком. Вон, я все уже вижу головорезов Маркана. Или кого они там головорезы? Конкретно непонятно. Да ладно тебе. Это не больно. Успокойся. Это не больно. Это абсолютно не больно. Какие они хорошо одеты и в очочках. Прям все дела. Змеи? Где-то змей-то увидел. Тихо, тихо, тихо. Тихо, спокойно. Есть. Этот тоже ничего не услышал, как все остальные идиоты. Нормально. Что там, этот закрылся, что ли? Они туда попасть не могут, да? Нормально. Одного положили. Второго положили. Все готово. Но я чувствую, что когда мы с ним поговорим... нормально. Когда мы с ним поговорим, то... припрутся еще гады. А, не стреляй! Я пришел помочь. Господи, ты по-английски понимаешь? Да? Я перебил людей снаружи, я просто хочу с тобой поговорить. Так что сейчас я уберу пушку, хорошо? Если только обманешь, я тебя убью. Договорились. Это ты тот человек, который хочет меня убить? Да не хотел я тебя убить, я тебя найти хотел. Твой дядя.
Он тебя продал. Он за тобой не придет. Лжешь. Я говорил с ним, он сказал, что пришлет катер и... Слушай, ты серьезно считаешь, что это по чистой случайности все эти ублюдки вылезли, стоило тебе появиться? Сарага позвонил Маркана, сказал ему, где тебя искать. Мне нужен телефон. Господи, мужик, да некому тебе звонить. Маркана в жизни не выпустит тебя из города. Он тебя использует, а когда получит все, что ему нужно, прикончит. Вот я твой единственный шанс уйти отсюда живым. Чего ты от меня хочешь? Скажи, где сидят фальшивомонетчики Маркана, и мы в расчете. Все находится... Да там, где боксерский ринг, Томми Маркана. Но машинка уже запущена. Это все, что я хотел узнать. Пошли. Пора выбираться отсюда к чертям. Куда ты меня ведешь? Я знаю человека, который может вывести тебя из города, так что Маркана тебя не нашел. Ага, я так и знал. Если хочешь уцелеть, держись ко мне поближе, ясно? Итак, нам нужно добраться до его машины. Окей, здесь была лицензионная авторская музыка. Я, в общем, перезапустил задание для того, чтобы она исчезла. Так, это хорошо, кстати. Я заметил, что если перезапускать задание, и вот как раз идет авторская музыка, она исчезает. То есть, ну, защищенная, пардон, авторскими правами. Музыка, конечно, была хорошая, атмосферная, но просто бы видео заблокировалось бы, и невозможно было его показать, точнее посмотреть, там, с мобильных устройств, с телевизоров, только на компьютере. Ну-ка, сдохни. А я знаю, что многие с мобильников смотрят, или с планшетов. Ах ты, зараза, а. Ну-ка, могу туда докинуть? На! Как далеко долетит? Нет, не очень далеко. Нам нужно добраться до какой-нибудь машины. Я, честно говоря, ни одной машины не вижу. Ладно, давайте попытаемся пробиваться. Потому что отсюда очень далеко, очень сложно попадать. А они по мне попадают очень хорошо, потому что здесь прикрутили, я так понимаю, немножко повысили сложность. Их меткость. Тихо. Черт, ты как же ты не умер-то, а? Да умри, сволочь. Да господи, ну видите, что творится? Я говорю, реально, им прикрутили меткость. Не надо ничего кидать, никакие гранаты, урод. Так, вон вижу. Тихо. Этот парень нам, кстати, очень некисло помогает. Тихо. Кто там по мне так стреляет метко, а? Ну-ка. Нет, далеко. Вот сюда. Попал по ним? Не знаю, вроде попал. Вроде попал, вроде все хорошо. Так, вот там где-то ребятки, да? Давай туда гранату кинем. Вон там видел одного. Да что ж ты будешь делать-то, а? Сдохни, урод. Есть. Лежать. Смотрите, смотрите, как будто бы они все в брониках пришли, да? Жесть, ладно, подбираем еще гранаты здесь. Патроны. Что, где они там? Они впереди. Давай кинем туда гранату ему. На. Сдохни, урод. Сдохни. Подлечились. Есть. Где кто? Вон впереди. Я не могу, не могу больше гранат, нету. Хотел гранаты кинуть. Нормально, взорвали машину. Давайте вот ту взорвем. Да, там бочка, кстати. Бам, и нет его. Отлично, там еще бочка, есть. Хорошо, потихонечку продвигаемся. Потихонечку продвигаемся. Нормально. Еще один минус. Еще парочка бежит. Черт, попал. Хорошо по мне попал, собака, а? Ну-ка, умри. Еще один сидит, вижу. На, нафиг. Есть. Автомат, патроны. Есть, все, отлично. Фу, блин. Ну я прям даже не знаю, что делать. Давайте на этой машине удирать отсюда, иди сюда. 4 километра на ней проехать нужно. Да вы издеваетесь, это шутка, что ли? Оу, блин. Действительно, ублюдки, а. На нафиг. На нафиг. Отлично, отлично, сейчас оторвемся. Еще один едет, да? Упрощенное прицеливание. Тихо, тихо. Тихо, спокойно, ребят, спокойно, спокойно. Нормально, положили.
И этих вроде тоже убили всех, да? Давайте поменяем машинку, давайте у них машину заберем. Альварес, давай за мной. Давайте заберем машину, я не знаю, что у них там с колесами, но... Главное, пассажиров мы убили, давай, запрыгивай в машину. Давай. Осталось времени 7 минут. Запрыгивай в машину, Альварес, запрыгивай. Нормально. Черт, об кусты ударились. Кусты здесь железобетонные, ребят. Кусты вообще непробиваемые. Погнали отсюда. 6.40. Первый раз здесь миссия на время. Обалдеть. Первый раз миссия на время. Все, погнали. Окей, а дорога реально не близкая. Осталось всего 30 секунд на выполнение задания. Мы добрались наконец-то. Наконец-то мы добрались. Время на исходе. Спасти Альвареса. Все, успели. Линкольн, что происходит? Мне нужна помощь этого парня, нам нужно вывести из города, у него проблемы с целым Аркана. Я не уверен. Это ты о нем говорил? Да, о нем. Послушайте, святой отец, я тут реально на вас очень рассчитываю, мне его больше некуда девать. Черт, я... Ну ладно. Я знаю одного человека, иезуит в Нью-Мексико. Он помогает людям, оказавшимся в таком положении. Все надо сделать очень быстро. Маркана весь город вверх дном перевернет, чтобы его найти. Хорошо, я позвоню. Наверное, проходите, он сказал. Не хочу переводить сейчас. Спасибо. Я благодарен вам за помощь. Он так на его руку посмотрел. Из-за того, что он втянул его в свои грязные делишки. Ну что ж, задание выполнено. Давайте, наверное, на этом завершать этот выпуск. Огромное спасибо за внимание. Дальше будем проходить уже в следующем выпуске. А на этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. В следующем выпуске мы будем убивать Томми Маркана. Это брата Села Маркана. И, наверное, уже... сможем добраться до Селла, я на это очень сильно надеюсь. А на этом все, друзья, удачи, пока, надеюсь, увижу вас в следующем выпуске.